Данное видео предоставлено сайтом onlinegdz.net. Unit 1, секция 4, упражнение 89. Choose the correct preposition. Выберите правильный предлог. У нас 8 предложений. Первое предложение звучит: I am, нужно что-то вставить, the fifth form. Я в пятом классе. Или я учусь, да, в пятом классе имеется в виду. Предлог, естественно, in, в. Это имеется в виду, находишься внутри этого класса, внутри его среды на протяжении целого учебного года. In. Следующее предложение. Russian students study one or two foreign languages at school. Сразу называю, что это предлог at, так как выражение at school нужно запомнить. Русские ученики изучают один или два иностранных языка в школе. Are there any new subjects in your timetable? В твоем расписании есть новые предметы? Опять имеется в виду, если мы посмотрим на расписание, внутри него есть новый предмет, это предлог in. Next Monday my friends will go to school. В следующий понедельник мои друзья пойдут в школу. Предлог направления, который обозначает в, либо к, это to. Следующее. May I go out? Можно выйти. Нужно запомнить. Go out – выходить. Barbara students invited us to London. Ученики Барбары пригласили нас в Лондон. Опять предлог направления, который переводится как к, либо в, это to. Следующее. My best pet friends are from Oxford. Тут все понятно, да? Мои лучшие друзья по переписке из Оксфорда. X – это предлог from. И последнее. It is boring to listen to her story. Скучно слушать ее рассказ. Listen to. Нужно запомнить. Окей. Мы вставили все нужные предлоги в данном упражнении. Если вы хотите смотреть больше видео, подписывайтесь на наш канал на YouTube и группу в социальных сетях.